Yamaha FGR 2005 год, в прекрасном состоянии, пробег 12 тысяч километров, версия на ABS. Милочка у нас сухая, пылинки все целые, резина в прекрасном состоянии. Тормозные диски. Пальцем выработка не чувствуется. Резина 2015 год. Ну, так вот, вроде даже не совсем дубовая. Колодочка. Состояние отличное. Процентов 80 еще есть. Есть небольшие потертости на кофрах. Где-то на крышечках, на пластике. Каких-то глобальных замечаний по мотоциклу нет. Спереди также у нас протектор жирный, но резина 2011 года. На нем либо очень мало ездили, либо он просто очень много стоял. Задний тормозной также выработки нет. И по колодкам очень большой остаток. Но на улице он явно не стоял, потому что пульты не выгоревшие, все целые, читаемые, три ключа, два обычных, один сервис. Ветровое стекло поднимается, опускается, кнопочка аварийной сигнализации. Так, и